Вот ты видишь вот такие вот акценты, да, такие вот цветовые ляксочки. Теперь вот, по цеглю, да. Но тут уже, конечно, не сухая. Тут уже будет так. Задача наша растянуть, да, сделать такой градиент. То есть это будет так трещинка, ну не даже не так, цветовой акцент он должен быть. Единственное, что мы его делаем чуть помягче. Здесь мы уже добавили воск и золотинку. И я добавил колор. Смочалочка. Ну, давай смочалочка. Вот полетик мне подскажет под свои эфиры. Смочалочку. Делать более мягкие переходы. Плюс чем хорош воск, образно по воску, да, то есть я могу каждый раз его, если я где-то там чуть не больше, чем я там планировал, я его могу добавить или убавить, да, или смыть. Да, вот, валяющие мне еще водички. Я заберу кисточку. Не, кисточку. Да, вот мы еще можем с водичкой. Еще, так сказать, вытащить. А я не знаю, как может быть ты стать с этой стороны, что ему так будет видно только, как я двигаюсь, а они не будут понимать, как это превращать. Вот такая кляксовка. Где там смягчить, где убрать, где добавить. За счет получается, что это образно мармарин, это не Венеция. Это мармаринчик. То есть мы видим, да, какие-то ракушки, все, вот это с этих ракушек он будет оставаться. И ты видишь, да, что вот это воск, то есть оно на нем, ну, практически как густая вода. Вот ты видишь, да, там дальше я убираю. И где-то нужен акцент, я его оставлю. Еще раз повторяю, да, это уже золото с пигментом. И чистый. Помнил я, как эта техника называется, когда живопись воском. Будет все время, посмотришь, энкаустика. Все, и правильно, ну, правило такое, что ты время от времени отходим там, к стенке, да, там на метра 3-4 и смотрим, например, да. А привезли, да? Что мы, так сказать, ваяем. Она такая образом. Монументальная. Вот я его, да, там поубирал такой самый. И опять-таки, если мне нужно добавить, я добавляю. То есть уже по воску я и с помощью восковой платины я могу, так сказать, от
иду от светлого к темному. Тоже. Или может, как тебе это будет удобно? Кто-то другой друг. Как я говорил, делай с нами, делай как мы, делай лучше. Твой благоконтрон, да?